можно там добраться. Как бы. Что он делает? Что-то красит. А, мы здесь были с серым. Да, слушайте. Жарко, дип. А жарко консумент, слушай. Вот тут салончик. Василий Андреевич Жуковский. А, ну там и музей был в Жуковском. Как я помню. Да, там был музей Жуковского и вот его памятник. Блин, тут тоже надо перейти домой. Рассвет нет, нормально, да. Пойду Волгу к сыну. В очках, ладно. Где-нибудь можно купить? Не знаю, наверное, на той стороне другой, просто. Да. И там тоже, я думаю, кофейня. Далеко идти? Не, вот так и направо, по идее. Ну, у нас что. Да, ну, классно. Ну, я супы снимать предложу. Да, хороший кадр, хороший волк. А что, у нее нет Google? Это не реставратор. Здесь все. Я ее куда-то туда отправил. Ну никуда. Это же дом. Ну ладно, пофиг. Сейчас надо будет.
что там делать? Да, походу далеко. А далеко еще до кофейницы? Ну, по идее, это сейчас прямо и направо туда. А, прям до той улицы. Да, да. Ну лучше посмотреть там. Да-да-да. Спалил на пиздеже. Я в душе не ебу, где кофейня. Но думаю, тут на каждом углу. Ебало еще. Ой, далеко еще. Ой, далеко. Наебал. Вот тебе, Влад. А вот, блядь, вот кофейни нет. Только здесь можно купить кофе. Странно. Да, она могла здесь купить спокойно кофе и не париться. Так что не наебал. Вот что значит упорство. Пройти два шага. Чисто два шага. Пройти и все. И пожалуйста, кофе. Так, здесь можно заблудиться. Наверное, пойду я вниз. Так что не наебал, ребят. Не совсем же и зверь. Наоборот, даже правильно сказал. Да ты улица. Ну вот реально, я же два шага прошел. И она развернулась, пошла обратно. Я вот попил кофе дома. Америка. С молоком. Ну тут знаки. И будет не очень. Да, будет не айс выглядеть. Садовый. А, вот как раз новое здание еще построили на Курске. Раньше времени. Да, пока рановато. А что тут закрыто? Вот хорошая арка. Ну тут вроде не закрыт патик. Тоже нехиленькие дома. Харлей вон стоит. Слушайте, интересно. Можно Харлей подснять. Че это вот тут подсну? Ого, тут классная арка. Можно наверх пойти. Глянуть. Красиво. Блин, ну тут слишком близко есть.
Я слишком близко собираюсь. Кентуха не приехал. Да, пойду дальше. Посмотрю, что дальше. Вокруг сад, по Садовому кольцу. Огромный зал CrossFitness. Как они оправдывают аренду, не понимаю. Я это целый павильон. Ты взбесись, сколько тут аренды стоит. А, я, кстати, не посмотрел, сколько тут домов. Да, смысл смотреть тоже. Плевать. Больше заботиться, чтобы я не натер ногу от долгой ходьбы. Вот сегодня в моем рационе и творог, и фрукты, и сыр, хлеб. Шикарно. Так, если разобраться. Ну, я думаю, там еще такое. Пойдем посмотрим Филесу. Школа, в которой учились и работали Беляев и Лебедев. Тут крутое здание, смотрите. Доступ от темы. Вот эти тоже классные, как-то здания.
Ну-ка, если я запомню, или у меня отложится в памяти улица. Обуха. Обуха переулок. Или обуха. Обуха, наверное. Обуха. Обуха переулок. Обуха. Наверное, так. Переулок обуха. Как писать, может писать? Это. Сели, сели. Слушайте, ну тут в горку, тут прилично. Летит-то. Свадебный салон Сахара. С 8. Охренеть, с 8. Да? До 10. До 9. С 8 до 9. И... Как это называется? Они вообще инопланетяне. Может, они бухие? С 8 до 9. И плюс... Четыре вешалки платились. Просто не понимаю, как это вообще оправдывается, кому нужны эти платья. Что там у них такого? Блин, а тут жарко. Даже очень. Да, там очень жарко. А, да, добро. Сейчас сверну, наверное, налево. Города. Хотя это просто заворачивает кольцо. Ну вот она интересуется тетя. Катит там стоит. То есть спрос. Этот надо съесть. Реально, попробовать там, что ли, войти? Мне проще пойти по прямой, думаю. Ой. Да, на самом деле, тут ближе. Тут просто ближе будет. Причем намного. Как я буду блуждать, там тоже горка, видите, как бы вверх подниматься. А тут я пройду прямо и все.
в целом. Отлично. Земляной вал 46. Видок, конечно, у них такой, как будто сейчас щипанут. Что-нибудь сразу карман таких прячешь. Ох, это, блин, Курская, конечно, такая станция своеобразная. Тут прям нормально. Хотя, видите, на любой станции, вот возраста метро, колорит, конечно, разный. Это везде есть, да, грубо говоря. Просто, наверное, кто тут местные живут, они же особо не выходят. Хотя, хз, ну вот ты вышел с этой хаты. Что ты делаешь? Тут в основном тусуют, как бы кому уезжать, ребята. Не знаю. Кто же местный? В чем интересно?